Чтобы живая елка радовала не только в Новый год, но и несколько недель после праздника, важно ответственно подойти к выбору дерева. Для начала нужно определить, куда поставить елку, чтобы правильно выбрать размер. Особое внимание рекомендуют обратить на хвою. Она должна быть насыщенного зеленого цвета, а ветки тянуться вверх и не ломаться. Даже если постучать деревом о землю, хвоя не должна осыпаться. Недавно видели, что из веток делают елочки, ставят их на бревнышко, получается такая вкусно пахнущая маленькая елочка. В принципе, да, почему бы нет? Но мы как-то все равно вот больше за искусственные. Основная причина, из-за которой нижегородцы отказываются от живой елки, установка и осыпающиеся иголки. Решается эта проблема просто. Сейчас во многих магазинах можно найти елки в горшках. В Новый год они будут радовать глаз в помещении, а после ель можно высадить у дома или на дачном участке. Срезанные елки, чтобы их дольше сохранить красивыми и пушистыми, есть специальное средство. Вы ставите в это средство елку, и она вас радует все новогодние праздники. И также желательно елку ставить не рядом с радиаторами, а в более прохладный угол, и тогда она сохранится еще дольше. Альтернативы живым елкам – искусственные деревья, светодиодные, настенные, натуральные или подвесные. Выбор в магазинах порадует даже самого избалованного покупателя. Использовать вечно зеленую красавицу можно не один год. Практичность – основной плюс искусственной елки. У меня всегда живая была, я искусственную никогда не ставил. Искусственная много лет. Почему искусственная? Не хотим срубать, не хотим покупать живую. В советские времена мама у нас всегда живую ставила. Но так как много иголок, дети, ну я не знаю, сейчас мы перешли вот на искусственную. Ну, вроде бы и жалко. Потом выкидываешь ее, и жалко. С детьми, наверное, проще, потому что она не колется. Также она такая же красивая, в принципе, как настоящая. Сейчас большой ассортимент искусственных елок. Можно выбрать любую на любой вкус. Альтернативой елки оригинальным украшением дома станет светящаяся композиция, светодиодные деревья, елки из шаров или веток. А расставив по квартире еловые веточки или свечи с запахом хвои, можно наполнить всю квартиру приятным праздничным ароматом. Анна Колпаева, Алена Зеленкова, Валентин Волков, Максим Веселов. Время новостей.